Я пока не знаю, предполагаю, что на даче с семьей, среди красоты, снега, с котиком. Так что пока непонятно. Очень сложно в этом году решить. В моем понимании, либо мы сидим и закрываемся совсем, и это тогда будет понятна логика, но либо мы не закрываемся вообще, потому что я сейчас не понимаю, как эти меры защищают нас. На море страшно, потому что может быть самолет все зараженный, и сидеть 2 недели потом на карантине не прикольно все. Поэтому дома. И всем дома. Ну, в общем, эти меры, они дают врачам время, чтобы нас вылечить, потому что если мы заболеем все, врачи закончатся, и лечить будет некому, поэтому я поддерживаю всецело такие меры. Я сама работаю дома, это очень круто, то есть, ну, как бы это надо сделать, как бы такая ситуация, что делать? Я буду встречать Новый год на Красной площади. Возьму бутылки виски, буду ходить с ней, выпивать и кайфовать. Новый год — это общественный праздник, надо веселиться.